без родителей детдомовские. Вот они так квартиру получили. Вот. И покоя не даются ни соседям, никому. Слышно было, что они там что-то бегали, что-то стучали. Полиция была слышно, как стучала, к ним попасть не могла. Двое молодых людей стучатся в дверь квартиры. У одного из них в руках предмет, похожий на пистолет. Этот момент попал на камеры видеонаблюдения. Хотя сама история началась раньше. Соседи наши шумные. Их попросили потише себя вести. И они уже ворвались к соседям, которые рядом с ними живут, с пистолетом, получается. Мы уже куда только не обращались, и в полицию обращались. Но вот вчера уж, как я поняла, решили, по-моему, вопрос решается, вопрос насчет этого. До этого постоянно шумели, постоянно в однушке, получается, по 20 человек собираются. Такие там, я не знаю, что они там устраивают, оры, крики, я не знаю, то ли наркоманы, то ли, я не знаю, кто они там вообще. Покоя нет уже полгода, жалуются жители. В подъезде разбросаны окурки, соседи говорят, им приходилось уже не раз менять окна, которые разбили шумные компании. Мужчина, который угрожал соседям, задержан. У него был изъят пневматический пистолет. Им оказался 21-летний житель Нижнекамска. У нас с соседями произошел словесный конфликт, в ходе чего в подъезде я один раз на несколько секунд достал пневматический пистолет. Использовать я его не начал. Достал, посмотрел, положил. Дверь соседей на тот момент была закрыта. Как говорит подозреваемый, в своих действиях он раскаивается, вину полностью признает. Объясняет, оружие приобретал, чтобы пострелять в поле. Денис Макаров, Максим Липин. Новости Татарстана.